Территория в центре второго микрорайона долгое время находилась в неудовлетворительном состоянии. Благоустройство требовало как сама проезжая часть, так и площадь в районе рынка и торговых объектов. Между тем, данный район города является одним из самых густонаселенных, имеющим большую пешеходную и транспортную проходимость. Второй микрорайон является центром города, и этот центр в ужасающем состоянии. Мы очень много работали с руководством области, и Александр Валерьевич Никитин пошел нам навстречу, и нам выделили дополнительные средства в размере уже 15 миллионов, которые позволят нам привести в порядок нашу площадь во втором микрорайоне. По проекту предусматривает, во-первых, асфальтирование дороги, которая продолжается от улицы Шоссейной до 10-11 дома второго микрорайона. Также будет асфальтирована площадь перед магазином «Подарки» и рядом стоящих магазинов. И будет восстановлен лоток, который позволит отводить ливневые воды. Также будет заасфальтирована территорию кафе «Лагона». На днях подрядная организация уже приступила к ремонту. 29 июня глава города Владислав Денисов провел выездное совещание на объекте. Вместе с подрядчиками и специалистами отдела ЖКХ обсуждали все детали реализации проекта. Главой города была поставлена задача – выполнить работы качественно и в срок. Все этапы строительства будут находиться под контролем. В данной зоне располагается множество торговых объектов, сами сооружения которых, да и прилегающие к ним территории, находятся в неприглядном виде. Чтобы вся запланированная к обустройству территория имела ухоженный и красивый вид, предпринимателям было предложено поучаствовать в работах по благоустройству, привести сооружение в соответствии с разработанным общим дизайном, а для удобства покупателей торговые ряды обустроить общим тротуаром, который не будет состоять из отдельных фрагментов, а станет и единой пешеходной зоной. Владельцы павильонов откликнулись на предложение, посчитав необходимым внести свою лепту в общее дело на благо города. Выполнить работы планируется одновременно с асфальтированием всей территории. Ирина Мерзлякова, Елена Чирыкова, Виктор Викторов, «Наш город».